Мне жаль, Джуди, прости, я не хотел. Знаю. А дай мне секунду, мне надо это переварить. Я должна уложить это в голове и побыть одна. Увидимся еще. Пока, Джуди. Это Ви. Мне сказали, у тебя дело. Верно сказали. Мне нужен водитель. Понял. А для чего? Да так, по городу покататься. Уладить кое-какие вопросы, навестить приятелей. Все как любишь? У всех. Зырь сюда. Короче, я человек не мой, так что крутые, давай сразу к тебе. Короче, тебя в городе никого нет, а я люблю работать с самыми лучшими и готов за это платить. Подробности вдаваться не буду. Если твоя репутация не пустой звук, ты легко сориентируешься на месте. Ну так что, справишься? Или все, что про тебя смотри, рассказывают, вранье? Вот этот вертец пропускать нельзя, отвечаю. Ладно. Я в деле. Тогда двигай в Джапантал. Прямо до входа на рынок. Смотри, что у меня посигналь есть. Пару раз, и вот я приду. Вот этот вертец пропускать нельзя, отвечаю. Ну что там у тебя? Для тебя? Самое лучшее, что есть в Найт-Сити. Ну, а именно? Самый безбашенный, суперадреналиновый вирт. Реально прям огнище. Кончить и закурить, братан. А откуда он? У тебя хоть лицензия на торговлю брейн-дансами есть? Да что за вопросы? Кому это надо вообще? Мой товар такой охуенный, что ни в какую лицензию не лезет. Что на этой записи? Трансцендентный опыт. Адреналиновый удар. Вот прям реальная высокооктановая жесть. Этот вирт отвал башки, братуха. Уж ты мне поверь. Ладно, заинтриговал. Ха-ха-ха, еще бы. Я ж знал, что тебя зацепит. Вирт твой. Хочешь, прямо сейчас его тебе на плеере поставлю? Не нужно, у меня есть свой обруч. Конечно, есть. Наверняка крутейший, с последней прошивкой. Только этот вирт старше твоей мамки. Раритет. Вряд ли он у тебя заработает. Ладно, давай запустим на твоем. Что, сгораешь от нетерпения? Правильно, я бы на твоем месте из трусов выпрыгивал. Ну, двинули. У меня плеер тот, за углом. На, держи плеер. Отдашь, когда захочешь. Удивительно. Только я мог застрять в мозгах самого тупого наемника Найт-Сити. Что? Что произошло? Да ты, блядь, башку включи. Мусорщики. Блядь, выходит, нагрел он меня, урод.
А, значит, кукуха не совсем отъехала. Это радует. Да вставай же, а то из тебя скоро котлету сделают. Помнишь говнюка, который сюда как-то заявился и шмылял из всех стволов? Он что-то с нашими имплантами... Прикрывай огнем! Ты где там, мудила? А? А? Помнишь говнюка, который сюда как-то заявился и шмылял из всех стволов? Точняк, это он! Вот и пришло время расплаты. Yeah.
погодите! Я пустой! Любопытный факт. Большинство убийств совершается мужчинами. Такими вот вроде тебя. Давно пора. Смотри-ка, застал! Ошибка. Преждевременная выстрел. Со мной такое в первый раз. Простите. Выблядка!
останавливайся. А можно еще старый шприц у него купить? Совершенно безопасно. Никакого риска. Ах, берись! А то все подохнем! Джонни, заткнись. Любопытный факт. Согласно традиционным христианским воззрениям, вы сгорите в аду. Thank you.
Ну, что тут скажешь? Зато, говорят, дуракам везет. Что теперь? Потребую вернуть деньги. Правда знает их всех. Может, просто. Может, он бьет? Прям по яйцам. Он
Давай деньги назад. Ох ты ж ё, ты как, Чумба? Живой? Ты как верт включил, как начал дергаться, и я уж думал... Пасть заткни, ты меня нагрел, впарил мне это говно сознательно. А знаешь, что я сейчас сделаю? Сказать тебе? Ладно, 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 остынь. Давай успокоимся. У тебя час на то, чтобы свалить из города. И не смей возвращаться. Ой, господи божечки. Ой, спасибо тебе. Я знал, что ты... Завали ебало. Я еще не закончил. Еще раз увижу твою рожу, выпущу тебе кишки и на них же тебя повешу. Ты меня понял? Вот теперь можешь идти. На меня напали!
Ух ты ж, бля. Ты не ответил на вопрос. У тебя что-то на лице. Это граната. И как она туда попала? Случайно прилетела? Невежливо задавать личные вопросы, прежде чем представишься. Ты же Ви, да? Да, это я. Отлично, поехали. Куда едем? В маленький Китай. Хочу поесть курицы гунбао. Поострее. Не мешает? Что? Гранат. Ну, которая у тебя на лице. Я уже привык. Тут главное не выдернуть чеку, когда в носу говоришь. Красиво тут. Прямо так похорошело. А ты сам откуда? Из Бразилии. Это в Южной. Я знаю, где Бразилия. Хм, уж чего от вас, гринго, не ожидаешь. Тигриные когти. Знаешь таких? Конечно. Есть среди них друзья? Нет, а что? Просто спрашиваю. Любопытнее. Мы на месте. Жди меня здесь и не глуши мотор. Мы приехали за едой на вынос? Можно и так сказать. Это что сейчас было-то? У тебя что, может, и в жопе гранат? Было бы гораздо лучше, если бы ты предварительно ввел меня в курс их дела. Дела никогда не стареют. А, выходит, не наврали. И ты и правда крутой. Заебись, какой крутой. Вот только с юмором беда. Ладно, на этом наши пути расходятся. Удачи тебе, Ви. И ты это, расслабься, а? Истинно говорю вам. Ну, может, скажешь, откуда гранаты? Как-то с братом подрались, он мне нос отхватил. Плоскогубцами. Да, милая семейка. Даже не представляешь. Ну и вот, я мог обычный нос поставить, но решил подчеркнуть свой стиль. Ну-ну. И с девчонками удобно знакомиться. Извините, что сую нос, но вы просто бомбическая. Ну и как, ведутся? Не особо. Их дела никогда не стареют. А как же мой гонорар? А что гонорар?
На, вот, держи. Как я и говорил, труд профи хорошо оплачивается. Они могут и ладно, береги себя. Это, нос держи по ветру. Истинно говорю вам, Сабура не покинул наш мир. Он спокойно отдыхает в фамильной гробнице. Он питается кровью слуг, ожидая, пока тело... Вот уж тайна. Про то, что Арасака работает над бессмертием, по телеку говорят каждый день. Жалкая ложь, призванная скрыть их нечеловеческую природу. Секрет их бессмертия не в технологиях, а в их нечистой крови. Вы спросите, как обычные смертные могут стать чудовищами, смерть попирающими? А все благодаря помощи технонекромантов с Альфы Центавра! Именно их проклятую кровь пил Сабура Арасака, чтобы превратиться в адское отродье. Гэри, не раскрывай тайны Арасаки! Они тебя найдут! И пусть! Я сажаю семена правды! Она взрастет и избавит нас от мертвой хватки этих паразитов! Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам, твой разум открыт правде. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Ты делаешь важное дело. Открой людям глаза на правду. Благодарю тебя. Я сразу понял, что твоя душа не слепа, и ты можешь узреть истину. Истина сокрыта в радиоволнах. Broadcasting to you live from
Кажется, я первый. Ладно, подожду. Билл Яблонский? Я. А когда тебе все объяснила? Знаю только, что мне надо кого-то убить. Не просто кого-то, а ёбаного Джошуа Стивенсона. Остальное расскажу в машине. Садись за руль. Его будут вести по этой улице. Подождем, пока они появятся, и поедем за ними. Хочу увидеть, как этот ублюдок наконец отбросит копыта. О, почему? Чтобы чувствовал страх перед смертью. Постой, так Стивенсон будет не один? Меня об этом не предупреждали. Остальных убивать не нужно, только его! Кто с ним будет? Какое у них оружие? Это обычные люди. Они не помешают, если мы покажем, что настроены серьезно. А кто для тебя обычные люди? Корпораты, которые его вытащили. Они мать родную продадут, лишь бы спасти свою шкуру. Просто не стреляй в них. Что тебе сделал этот парень? Это уже не твое дело. Я хочу понять, во что ввязываюсь. Стивенсон убил мою жену. Его поймали, посадили, дали вышку. Но этот гондон нашел способ вернуться на свободу. Но от меня он далеко не уйдет. План какой-то сырой. Мне он не нравится. В смысле? Поясни. Во-первых, для такого дела нам публика ни к чему. Во-вторых, они могут уйти. Ты не понимаешь. Я все деньги на это отдал. Вон они! Газуй! Давай, его надо догнать! Берегись! Пусти его! Черт! Мать твою! Блять, стоп! Стоп, я сказал! Ну все, пошли! Держись ко мне поближе, я сам разнесу его на куски! Я убью его! Убью нахуй эту суку! Полиция! Остановитесь! Лейтенант Васкес, полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу! Брось пушку, стреляю! Стойте! Нет, стойте! Не стреляйте! Они хотят тебя убить! Их можно понять. Застрелишь парня, сделки не будет. Васкес, стреляй! Ага. Давайте все друг друга перебьем. Да что ты говоришь? Твою мать, и что с ним теперь делать?
Тут скоро будет толпа журналистов. Ты чё, блядь, творишь? Охренел? Полиция! Никому не двигаться! Убирай отсюда свой ебучий грузовик! Я хочу взять его с собой. Что? Ольга, у нас тут проблема. Кое-кто чуть не убил нашу звезду. Этот псих хочет взять с собой киллера. Я вам говорила. Потому что он, блин, тронутый на всю голову. У меня неудачная попытка покушения. Да, один труп. Тут перестрелка! Я от Вакака. Это которая? Знаю только, что мне надо кого-то убить. Не просто кого. Остальное расскажу в машине. Его будут вести по этой улице. Чтобы чувствовать. Ладно, давай тогда ждать. Как тебя зовут? Ви. Вот что я тебе скажу, Ви. Этот хер убил самого дорогого мне человека. И я не смогу спокойно жить, если... Едут за ними, жми! Не отставай, его надо догнать! Не упусти его! Мать твою! Блять, стоп! Стоп, я сказал! Ну все, пошли! Держись ко мне поближе, я сам разнесу его на куски! Я убью его! Убью нахуй эту суку! Вот же идиот, блять!
Я от Вакака. Его будут... Ладно. Не отставай, его надо догнать! Берегись! Пусти его! Этот урод прямо из рук ушел. Все, вали отсюда нахер! Толку от тебя! Я адвокат. Да. Этот урод прямо из рук ушел. Все, вали отсюда нахер! Давай, его надо догнать! Пусти его! Черт!
Тормози, мать твою! Блять, стоп! Стоп, я сказал! Ну все, пошли! Держись ко мне поближе, я сам разнесу его на куски! Я убью его! Убью нахуй эту суку! Полиция! Остановитесь! Лейтенант Фаскес! Полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу! Брось пушку, стреляю! Вот же идиот, блядь! Взламывает хром! Я адвокат. Не отставай, его надо догнать. Не упусти его!
Тормози, мать твою! Блять, стоп! Стоп, я сказал! Ну все, пошли! Держись ко мне поближе, я сам разнесу его на куски! Я убью его! Убью нахуй эту суку! Полиция! Остановитесь! Лейтенант Васкес, полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу! Вот же идиот, блядь! Тут перестрелка! Я отвак. Его надо догнать! Пусти его! Мать твою! Блять, стоп! Стоп, я сказал! Ну все, пошли! Держись ко мне поближе, я сам разнесу его на куски! Я убью его! Убью нахуй эту суку! Полиция! Остановитесь! Лейтенант Васкес, полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу!
Брось пушку, стреляю! Стойте! Нет, стойте! Не стреляйте! Они хотят тебя убить! Их можно понять. Сострелишь парня, сделки не будет. Васкис, стреляй! Ага. Давайте все друг друга перебьем. Да что ты говоришь? Твою мать, и что с ним теперь делать? Тут скоро будет толпа журналистов. Ты чё, блядь, творишь? Охренел? Полиция! Никому не двигаться! Убирай сюда свой ебучий грузовик! Я хочу взять его с собой. Что? Серьезно? Ольга, хочешь взять меня с собой? Ты мне нужен. Не поехал. Еще одно слово, и я звоню в студию. Грегор, не заставляй меня рушить твою карьеру. У меня неудачная попытка покушения. Никто. Один труп. Я обещаю, никто Билл тебя Яблонский. И пальцем не посмеет тронуть. Не привлекался, но вы проверьте на все. Скажем, я нанимаю тебя. Спасибо, выручил. Только без патрульных машин и без радио. Надо замять это дело. Ты серьезно, что ли? Это... Как тебя зовут? Это просто какой-то пиздец. Я же просил, Ви. Брось оружие! Я Джош Стивенсон. Надо было послушать. Но ты, наверное, ничего бы не было. А как звали твоего... Ребята из участка дальше разберутся. Товарища. Билл Яблонский. Припоминаешь? Да, к сожалению. Научи нас так счислять дни наши, чтобы обрести сердце мудрое. Стоп, ты Ви? Я про тебя слышал. А вот я про тебя нет. Мы не можем его взять, это исключено! Он слишком опасен! Я хочу предложить ему работу. Господи Иисусе! Аллилуйя! Началось хоть что-то интересное. Сейчас еще бы попкорна, и было бы вообще заебись. Может, скажешь, чего тебе от меня надо? Я соглашусь с Рэйчел. Надо уезжать отсюда. Поехали с нами! Ответы на вопросы ты получишь по дороге. Я против, парень. Хорошо, но тебя никто не спрашивает. Слушай, не знаю, что он там хочет тебе предложить, но если ты с ним не поедешь, я с тобой вообще разговаривать перестану. Ладно, допустим. Едем. Живее, мы опаздываем. Скажи, было в твоей жизни что-то такое, что полностью изменило тебя и твой взгляд на мир? А, черт меня дернул с тобой поехать. 20 лет назад меня посадили за вооруженное нападение. Были и другие грехи. Я застрелил нескольких человек. Тогда это для меня ничего не значило. Но в тюрьме времени навалом. Начинаешь о многом задумываться. И я решил исправить все ошибки, которые совершил. За что ты убил их? У меня был ствол. Они косо на меня смотрели. Я мог сделать так, чтобы они перестали. Я до сих пор вижу их лица перед тем, как... Время застыло. Боже, дай мне сил их не забыть. То есть ты уверовал в Бога и раскаялся? По телеку постоянно такие истории крутят. Я обычно на середине засыпаю. Телевизор здесь ни при чем. Это будет совсем другое. Скажи, наконец, чего ты от меня хочешь? Останься до конца дня, и я заплачу, сколько тебе обещали за мое убийство. Прости, разве у тебя есть бабло? У меня нет. У студии есть. Она и заплатит. Я все еще не понимаю, что мне надо делать. Просто быть рядом и разговаривать со мной. Это все. Почему? Тебе одиноко? Да, одиноко.
ты правда мне нужен. Если что, мой контракт все еще в силе. Кто помешает мне его выполнить? Я. Если рыпнешься, ты труп. Не надо сердить Васкиса. Твой фиксер получит все, что должен. Я об этом позабочусь. Интересно, как? Поверь мне, все будут довольны. Обещаю. Только Васкис, до конца этого дня? Там за ними. Я лучше посижу в машине. До конца этого дня. Если что-то быстро пойдет не так, у нас плотный график. Я уйду. Тебя не будут удерживать. Зулейха? Ты опоздал? Я нашел по дороге попутчика. Это кто-то со студии? Помнишь, что ты мне писала в последнем письме? Так вот, он как раз из таких людей. Ви, это Зулейха. Ви, очень приятно. А, вы друг Джошуа? Скорее, новый знакомый. Мама еще не вернулась. Можем поговорить, пока ждем. Заходите. Вперед! Я подожду снаружи. Садитесь, пожалуйста. Не стесняйтесь. Пить хотите? А можно воды? А, конечно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Зулейха – сестра человека, которого я убил. Она часто писала мне, пока я сидел в тюрьме. Так мы и стали друзьями, благодаря прощению. Это благодаря вам Джошуа уверовал? Да, все началось с ее письма. Я потеряла брата, но Бог послал мне другого. В Найт-Сити истинно верующих раз-два и обчелся. Само провидение привело вас в мой дом. Мы встретились благодаря ему. Скажи мне, Ви, ты веришь в Бога? Ну, конечно, верю. Мы с Зулейхой недавно поспорили, и я подумал, что ты можешь нас рассудить. Нет, нет! Вообще-то я на это не соглашалась! Я слушаю. Джошуа, он считает, что он мессия и хочет покончить с собой. Подожди, неправда. Я никогда не говорил, что я мессия. Самоубийство! Разве Бог может требовать этого? Это не самоубийство. Джош, объясни, о чем вообще речь. Когда журналисты узнали, что в тюрьме я обрел Бога, моя фотография появилась на всех первых страницах. Вирт-студия подхватила эту тему,
Их представители предложили мне контракт. Кровопийцы. Меня ждал электрический стул, но теперь моя смерть станет чем-то большим, чем законное убийство. Они хотят снять, как Джошуа распинают на кресте. Та же самая казнь, только с налетом таинства. А почему брейнданс? Чего ты добиваешься? Зулейха наставила меня на путь истины. Настало время вернуть долг.